Ради доброго дела они пришли на работу пораньше и отложили на некоторое время свои дела. Люди в форме не понаслышке знают об экстренных ситуациях, когда кому-то из людей или коллег срочно нужна помощь. С утра в актовом зале департамента охраны МВД Ленинского района Бреста яблоку негде упасть. Кто-то ждет, когда подойдет его очередь на сдачу крови, другие уже проходят процедуру. Таким тихим подвигом каждый из них помогает, возможно, сразу нескольким людям. Нуждающихся в крови становится все больше. Это как и участники дорожно-транспортных происшествий, больные с заболеваниями различными крови, также при различных операциях. Поэтому кровь нужна, и это будет так всегда. А деньги – это вторично. Чтобы стать донором, конечно, в первую очередь нужно желание. Но помимо этого, важно еще обладать хорошим здоровьем. Начальник отдела департамента охраны Ленинского района сначала сдал необходимые анализы, лишь после оказался в донорском кресле. Владимир Игнатюк – донор со стажем. Своим примером мотивирует и коллег, и не безуспешно. В департаменте сдают кровь раз в два месяца. Рядовая работа – это уже как бы и личный состав, и гражданский персонал отдела пытаются найти акции. Практикуется и безвозмездная сдача крови. То есть один раз можно возмездно, там один раз безвозмездно. То есть люди на это идут охотно, понимая ответственность, понимая пользу от этого для общества в целом. Кровь медикам необходима не только во время сложных операций, но и при тяжело протекающих родах, онкологических и других заболеваниях, людям, которые попали в аварию. Словом, кровь необходима всегда и в большом количестве. Поэтому без добровольцев здесь не обойтись. Декада донорства охватила и еще охватит многие предприятия и организации Бреста. Инициатива Всемирной организации здравоохранения, она с каждым годом набирает обороты, процент увеличивается по сравнению с прошлым годом. За этот же период на 6% безвозмездное донорство увеличилось. Поэтому поставленные задачи мы выполняем. И к 2020 году, возможно, будет система регулярного безвозмездного донорства, возможно, будет только безвозмездное донорство. Пока что это еще решается. Законом это будет определено. Тех, кто готов помочь не словом, а делом незнакомому, но нуждающемуся пациенту, в Брестской областной станции переливания крови ждут. И не только в какие-то определенные даты или дни. Всегда. Если вы неравнодушны к судьбе и спасению жизни других людей, примите участие в акции «Сдайте кровь». Сделать это можно до 30 марта включительно.